Итак, идем в супермаркет сниженных цен. Называется Алькампо. Готовые салатики, смотрю, уже продаются. Ну, блин, 6,25, смотри, такой судок стоит большой. Что это, что? Готовый салатик. Класс. Котлетосы. Пиццы. Макароны. Тортильи. По 2 евро. Что это такое у нас? Соки, кстати, мы покупали дороже немножко. Да, кстати. Готовые салатики, намазочки. Очень вкусные, кстати, мы такое постоянно берем, вернее, один раз. Салаты, фрукты, овощи, кукуруза. Ананасы почем? 85 центов. Килограмм? Думаю, да. Вот это на 96 копеек. Центр. Угу. Смачно смотрится. Яблоки привозные, поэтому по 2 евро, по 3 даже есть. Орехи даже грецкие вижу. Тыква. Тыква у нас очень дешевая, а здесь евро 63 вот такой кусочек. Ну, тыква у нас не то, что дешевая, она почти ничего не стоит. Угу. Картошка. Это же картошка? Да, огурцы странные какие-то, такие темные очень. Ну, я хочу сказать, ребята, картошка в Украине, в России, в Беларуси за 1,5 евро. Ну, капуста тоже 2,38 целая головка. Ну, да. А, так 99 килограмм стоит. Помидорки, перец. Нектарины, персики. 5 евро стоит нектарин. Ну... недешево. Апельсины. Киви у нас дают на завтрак. А это что, фасолька такая зелененькая? Здесь у нас... ой, морепродукты, смотри. Такие наборчики, смотри, морепродуктов, 5,42, мидии, кальмары. Класс, класс, класс. Кальмары свежие. Мясо, куча всякого. Покажи, почему. Колбаски. Фарш. Это пиво, это не кола. А, это пиво, да? Я шла по той стороне вообще-то. Ну, давай такой. Смотри, какими маленькими порциями фарш продается. 400 грамм. Сразу нарезанное мясо. Панированное мясо, фрикадельки, тефтельки. Это, кстати, домашняя курица. Это курица, да? Маленькое филе с курицей. На 3 евро. Да, это какая-то фермерская, да, так называется? Да. На самом деле огромнейший выбор. Ну, вот на 4,66. Крылышки. А вот такие, кстати, тефтельки, фрикадель, колбаски. Куры целые есть. 4-5 евро стоит каждая. 1 евро 9 центов стоит 6 яиц. Это не 6, 6 плюс 6, вот блок. 6+6. Такие немножко рябые. Здесь у нас уже бекон прям порезанный. Смотри, Али. Там порезанный бекон на салатик, куда угодно. Колбаски, ветчины. О, Валя.
Тут у нас вот такое вот хамонище. 85, вот он стоит в коробке. Можно прямо брать. 85 евро? Ну, килограмм, наверное. А, килограмм? Конечно. Ого. Вот он. С собой мы, конечно, его не повезем. Да нет, это нереально. А вот 6 яиц. Да? Евро 59. Всякие пряные колбаски, снеки. Даже, честно, некоторые продукты совсем первый раз видим. Поэтому не обессудьте, если что-то неправильно говорим. Сыры пошли. 2 евро. Это с плесенью. У нас такие тоже есть, кстати. Сыры. Выбор просто огромнейший. Сыры натертые, разных видов, вперемешку. Что это? Тоже не знаем, к сожалению. Таких вот 12 штучек плавленых сырков. Дальше. Прямо такими слайсами на салатик. Смотри, вот не знаю, выбор просто огромный. Здесь на востоке разные чаи стоят. Намазочные. Здесь йогурты, десерты, активия, такой даже вот весь пудинг какой-то. Здесь еще куча. Выпечка, пироженки, хлеб. По 45 центов евро стоит багет. Ну, такой порезанный есть хлебушек. Есть и подороже цельнозерновой. Ну, и вот здесь тосты есть. 92 цента. Ну и, конечно же, сейчас идет акция на донатсы. Донатс. Пончики. И они продаются разными упаковочками. Вот такими прям. По 1 евро. Сальсы разные. Паста, соус. Там вот такие полуфабрикаты, паэлья. Ребят, некоторые даже не знаю, что это. Какие-то улиточки там внутри. Вот такие огромные банки. Паштеты. А вот, кстати, сосисочки вот такие мы, наверное, прикупим с собой. 6 евро огромная банка стоит. Есть поменьше за 3 евро. Ну, наверное, сейчас купим попробовать. Огурчики. В общем, выбор, ну, действительно огромный. Перчики евро 85. Оливки, маслины. Прикольно, вот такими маленькими баночками можно купить. А можно вот такими огромными. Фисташки, орешки. Финики вот на таких вот веточках продают. Есть вот таких больших огромных коробках. Чипсы, печеньки, не буду вам показывать. Соусы, майонезы, этого вообще просто хоть отбавляй.
Молочные продукты. Евро 23, 1,2 литра. Молоко. Есть безлактозное. Пиццы. Примерно 2 евро. 3 евро с мясом. Такие пакованные картошки фри порезаны. Ну и покажу цену на колу, чтобы было с чем сравнить. Редбулы разные. Вот. Баночка Фанты 50 центов. Баночка колы 67. 99,05 стоит. И 1,78 стоит двухлитровая кола. В принципе, приемлемые цены. Пиво, думаю, взять. Сейчас возьмем. Почем? Это евро 30. Смотри, что я взял еще. Пепси полтора. Пока ты ребятам показываешь. Взял сангрию. Ух ты. Что-то в районе 4 евро. Отлично. И посмотри, вино. Сейчас мы пройдем, покажем ценники. Бланк. Сколько? Белое. 3 евро. Отлично. Будем пробовать. Да, надо пробовать местное. На самом деле акций тоже очень много разных. Сангрия. Что у нас не принято? У нас, ребята, не принято, обратите внимание. Идем дальше. Смотрите, мы находимся в Испании. Обратите внимание, сделано в Каталонии. Значки, да. То есть просто Каталония, это Барселона, они хотели отделиться. Видите, значки сделано в Каталонии. Вот 3,60 евро вино. 4. Можно, в принципе, недорого найти. Да, да. По 2,15. Не дороже, чем у нас. Разобрали. Это шампанское, наверное, да? 2 евро. Почти 2 евро. Да. Можно взять. 3,15 есть вино. Возьмем шампанское? Давай. Вот по 3,15 есть еще. А вот в таком бочонке пластиковом. Смотри, какой. Что это? Сангрия? А, там было. Мускат. Там сангрия была. Такой. Я первый раз вижу в таких пакетиках. Здесь еще, смотрите, разные. Выбор огромный. У нас тоже такое продается, но точно я не помню, сколько он стоит. Так это же Джаггермастер. Угу. Это известно на весь мир. Водка Абсолют 12,5 евро. Да, известно. Джинны. Балантайнс 12. А ты про сигареты говорила? Бутылка Джемиса на 16 евро стоит. Но здесь, не знаю, 0,7. У нас вот, 0,5. Смотри, какой виски 24 евро. Двухлитровый. Ты про сигареты говорила, ребят? Нет, сигареты здесь не продаются. В магазинах, в супермаркетах стоят отдельные автоматы только для продажи сигарет. Да, мы покажем. Сейчас найдем. Выбираете сигареты, бросаете монетку. В среднем стоит 5 евро пачка. Получаете свои сигареты. Ну, покажи, Валь, девушкам, кому интересно. Да, цены. Средние цены. Вот 4 евро. Просто здесь... без этого никуда. Памперсы, шампуни, все есть в магазине. Детское питание. Тоже без этого никуда, да? Ну вот смотри, Сенсодив стоит 3,35. Это почти 100 гривен у нас. У нас он стоит где-то 60. То есть дешевле, конечно, чем Европа. Хотя магазин вроде бы... Да, магазин низких цен. Thank you.
кетчупы, соусы, сальсы, майонезы. А это начосы. Кстати, мы сейчас их и купим попробовать. Утиное мясо? Не знаю. Такая консерва, блин. Сосиса куча для хот-дога. Да, сейчас какие-то сосиски дернем. Выбирай, Валь, какие ты делаешь. Паштеты очень тоже много разных. Прям вот такими муссы-наборами продаются. Посмотри, сколько разных. Оливки, огурчики, перец, чеснок. Нуты. А, огурчики. Прям есть смесь оливки с огурцами. А что вот это такое, Валь? Чеснок. Нет, это маленький лук. Маринованные. Кукурузки. А это что? А, морковка, да? Такая маленькая? Похоже, да. Вот эти, говорят, очень вкусные. Перчик с сыром каким-то внутри. Он не дешевый, но очень вкусный. Ну, это для нас не дешевый. Смотри, вот такой набор, наверное, сразу продается. 2,79. А что это такое? Оливки. Все вот возможно? Есть чили, смотри, испанские. Соли куча. Есть вот такие, можно взять вот такие попробовать. Квину. Давай попробуем. А что это? Оливки. Давай. 65 копеек. Евро? Центов. Ну, а не евро, это копеек. Кто они? Испанцы, европейцы. Говорят на испанском, а когда мелочь копеек? Ну, люди, которые живут в Испании. Фисташки. 4,80. Ого, я такие не видел. Здесь я уже была, показывала. Да, ребята, все цены не покажешь. Супермаркет огромный. На ключевые какие-то моменты мы вам показали. Идем брать хамон и валить. Так что здесь вы найдете все, что вам нужно. Все, кто отдыхает в Ля Пинеда. Магазин под боком. А вот целая витринка специй. Да. Анисы, корица. Да, выбор на самом деле огромный. Специи брать не будем, у нас специи дома. А вот смотри, что-то прямо в жидкости. Да. Это горох или какой-то? Ну, бобовое. Наверное, какой-то, да, нут какой-то. Нут, фасоль. Ну, действительно, очень много бобовых продают. Да, у нас. И едят чечевицы. Алюбастр продается. Рис. Это я даже не чай знаю, дорогие. Что это. Видела? А, кино. Чай? Нет, не видела. Ну, и традиционно масла. В Испании оливковые. 4-5 евро. В баночках есть разные. Смотрите. Яблочный уксус. А вот это уксус, да, яблоко, да? Да. Есть прямо вот, сейчас покажу внизу, в баклажках продают. Просто в огромных. Подсолнечное тоже будет масло есть. Вообще 1 евро стоит. Вообще, в принципе, доступно. Так же и у нас. Ну, да. И вот такие вот баклажки. Подсолнечная почти 5 евро, а оливковая уже 13 евро. Хотя здесь оливок не верят. Бондюэлевская кукурузка. 2,29. Спаржа. 44 цента кукурузка, а 3 штучки 1,18. Фасоль спаржевая, консервированная, вот есть артишоки. Сардины 60 центов, 95, 200 евро с чем-то. Мидии в соусе.
Ну, тунец. В общем, рыбки куча разные. Такая банища туны стоит 5,5 евро. 900 грамм.